там мой большой хор, уже там пусть 40 человек словно, и потом бар уже академическая сопрано какие-то, сол кезде мощно. Если можно. Конечно. Если можно, скажите, Димаш, ты чего? Без проблем. Без проблем, Димаш. Спасибо. Сам концерт. В общем, надо. Апай, как ты сам? Хотя не хочешь, а? Так, ну давайте, играем. Еще раз, с пятого такта. Жубан, Эргитаса Халауга, Ацал Сула, Киргидер Изгерки, Керахмет, Если этот момент обсуждали, кто будет дирижировать, и Руслан Агам за инвизи, он такой, блин, это все, это выше. Это моя школа. Да. Благодарен всем. Все, спасибо. Благодаря им сейчас проект зазвучал на таком уровне, который мы сейчас имеем, я думаю, на хорошем уровне, в принципе. И Руслан Агам за Кенке Рахмель будет. Ничего менять не надо, не смотреть. Это была шутка.